Всем привет, меня зовут Артём, мне 33 года, и я уже второй раз на Камчатке и второй раз с Эрнестом. Первые два дня у меня были впечатления: ни хрена себе, мы едем на этих охрененных здоровых тачках, которые вот так вот ныряют. Ощущение, как будто просто на танке едешь, и тебе похеру, ты проедешь везде, короче, это мега круто. А мы провели три дня на тачках, и просто это были офигительные дни. Безусловно, еще бы раз сходил на Мутновский, на вулкан. Я офигел от этой вот кипящей воды, от этого пара, от запаха серы, от которой прям кашляешь, и от этого величия, когда забираешься прям в жерло вулкана. Я прям туда вот вернулся, и вулкан горит. Горелый мне тоже очень сильно понравился. И, безусловно, хочется постоянно возвращаться к Тихому океану. Очень понравилось, что Эрнест плотно со своей командой все организует, все вымерено, и все реально одно событие выходит из другого. И в этой интенсивности настолько насыщенно прям проживаешь все это путешествие. И в конце это такое вот расслабление. Чил на берегу океана, завтра еще будет серфинг. Я наполнен эмоциями и скажу так, что именно сегодняшний день сделал прям вот весь отдых. Он прям как-то вот, прям как вишенка на торт. Я всегда все измеряю там ощущениями и заплаченными деньгами за это. И та сумма, которую мы отдали за этот трип, она просто несравнима с тем, что мы получили. То есть я понимаю, что я бы самостоятельно такого не организовал. Так бы комфортно, красиво и классно в каждой локации. Само вот это впечатление, которым наполняешься от Камчатки, это самая классная инвестиция, которую можно было сделать в отдых, чтобы за 9 дней вот так вот раз и перезагрузиться. Но Камчатка прекрасна, сюда хочется и хочется возвращаться. Хочется искать новые места, новые приключения и открывать ее с разных сторон. Поэтому я, пожалуй, еще раз приеду на Камчатку и обязательно за Бигфут. Потому что я понимаю, что ребята делают не совсем все из коммерции. Они реально через себя очень много пропускают и отдают качественный продукт, которым прям хочется пользоваться, возвращаться вновь и вновь. И, безусловно, я надеюсь, какие-то будут новые штучки придуманы, куда я смогу классно съездить и отдохнуть. Так что всей команде Бигфут спасибо, мне было очень клево.